Я очень-очень соскучился за всей церковью. I was missing you. Для тех, кто еще не знал, я уехал, я учусь сейчас по великой благодати Божьей в Острожской академии, это находится в Ровенской области, Западном Украине. For those who maybe don't know, now, by the grace of God, I entered one of the most, university, which is in western part of Ukraine. И Бог даровал мне прекрасных друзей. God gave me a lot of good friends. Прекрасных преподавателей. Precious teachers. Прекрасное знание, которое меня мне нужно вложить в себя. Big knowledge which I need. С которым мне нужно работать. With which I work after. Бог дал мне друзей, с которыми я могу общаться. God gave me a friends with which I can speak. С которыми мы можем вместе служить. With whom we can serve together. То есть Бог меня наделил, то есть поставил меня в место, в котором я реально должен находиться. God placed me in the place, in my place, where I had to be, where I was supposed to be. И Бог продолжает меня использовать. And God continued using me, and praise be to God. И второе, что я хотел сказать, о том, что действительно свидетельств просто не пересчитать, их очень много. That's first, and second thing is that actually I have testimonies, countless testimonies. I have them burned. Как бы и одним из таких недавних и именно таких свежих. And one of the recent. Это то, когда я ехал домой. Is that on my way to home? Я начал свою подорож, как бы, или как. I started my trip. Начал мой путь с тем, что я сел в автобус, и в то время, когда я сидел в свой автобус, я выронил кошелек свой. I entered the bus, and the thing is that my pocket, where I keep my money, it just fell. Он упал, и то есть где-то автобус он должен был ехать далеко и без остановок. And bus supposed to go far without stops. И я, то есть, поднялся на одну ступеньку, и в это время выронил кошелек. Выронил кошелек, и он упал прямо, то есть, знаете, когда ступеньки в маршрутках, вы становитесь на первую ступеньку, а потом заходите в салон. И когда я зашел, я выронил этот кошелек на эту ступеньку, и я пошел дальше, то есть я, не осознавал, в общем, этот момент. Okay, I didn't mention how it felt, actually. И я зашел в маршрутку, сел, и я ехал приблизительно минуту-две, пока понял, что у меня нет кошелька. Okay, so after it started going, after 1 minute, 2 minutes, I paid attention that I lose this thing. И в этом кошельке у меня были мои документы, карточка, деньги. And in that pocket I had every document, amen, not only money. То есть все. Everything, the most precious I had. И то есть я понимал, что, когда я обнаружил, что его нет, я понимал, что вся моя... Весь мой путь сейчас перечеркнут, еще у меня еще будут проблемы с водителем из-за того, что я захочу выйти и вернуться обратно. Okay, and then I thought that, okay, I've got a big problem, because even now I have to speak with the driver, that he should come back. И я взмолился тут же, и как бы... And I started to pray, started crying out. Я начал смотреть по салону, смотреть под собой, looking around me. Я встал с салона, взял свою сумку тяжелую, пошел в конец салона и думал, чтобы сказать водителю: остановитесь, пожалуйста, мне нужно выйти. Okay, I took my bag and I went to the driver to say, okay, stop, I want to go. И в тот момент, когда я подошел к водителю, when I came to the driver, вся моя жизнь передо мной пролетела. All my life just passed by. Я посмотрел в это время, я собирался говорить с водителем в это же время. I started, I was about to start to talk with the driver. И в это время я посмотрел на ступеньку, которая... At this time, I looked to the door, and there, just near the door, и там лежал мой, was my pocket with the door. Oh, то есть Бог, Он всегда, когда вы думаете, что вы можете сами чего-то достичь, да, вы думаете о себе там много, например. When you think that you can reach something by your own. Например, перед тем, как сидеть в маршрутку, я думал, так, у меня все есть, у меня есть деньги, у меня есть документы, я все могу. Before I entered that bus, I thought, okay, I have everything will be okay. То есть я полагался полностью на себя, я, в тот момент я не думал о том, что мне нужен Бог в дороге, то есть, I put my faith upon myself. I didn't thought that I need God in that. То есть, и тут же, в первые две минуты... And just in that time, at that time. В первые две минуты своего путешествия... At this 3 minutes of my trip. Бог показал мне, что без Него я никто. God showed me that I'm nobody with Him, without Him. То есть, слава Богу за это. Praise be to God. Слава Богу. Praise be to God. Шестое.
Что? 17. 17. 13, 14 и 1. Можем ли мы встать и благословить? Местный церковь. Мой маленький сын тоже хочет сюда подниматься на сцену. Молитва сын тоже хочет. Придет его время тоже. Go on stage. And he's now come also to praise God. Okay. Thank you for you came here in this house of God because you wanna hear and you will hear His God, your heart. You will. The main thing is that your heart should be open. Better, can you increase? И деток, помолились за них, отпустите. We want to pray for children now with the teachers. Выходите. Церковь, хотела тоже представить вам. Hey, church, I want to introduce to you. Необыкновенное время. This very special time. Потому что церковь наша сегодня посетили такие мужи. Because our church Божьи, is боящиеся, любящие Господа. We have in our church today special guests. Pastor, and we have one else, pastor and bishop Винницкой области, from city of Vinnytsia. He's bishop. Он же пастор. Пастор церкви Киевской Маяк и Винницкой церкви Маяк. Церковь Воскресшего Христа. И так можно. Хорошо, спасибо. И я, знаете, я бы сказала, что это пророк Самуил пришел в Вифлеем. I would just introduce him like a prophet Samuel who came. Хотела, чтобы мы благодарили Бога. I want to thank you. Thank God. Я счастлив, что каждый, кто здесь находится, from all countries. Каждый находится здесь, находящийся здесь, он из разных стран. I know there are many countries presented here. Я верю, что здесь много стран представлено. It looks like heaven. Это как небеса. And it reminds me of our early years also in Ukraine. Это напоминает мне также мои ранние годы в Украине. We're not that many as you are here. Нас не было так много, как вас сейчас. But we also had a similar fellowship. Но у нас тоже было похожее вот общение. We had Ukrainians. У нас были украинцы. Russians. И те, кто говорят на русском. Nigerians. Нигерийцы. Ghanaians. Из Ганы. Sri Lanka. Даже Шри-Ланки. Ethiopians. Эфиопия. And from other countries. И другие из Туркестана также были. And when I entered here and saw all of you. И когда я пришел сюда и увидел вот всех из вас, I remembered. Я вспомнил. Some of the wonderful things that God did. Одно из самых потрясающих вещей, которые Бог сделал. That He was able to bring all of us together. Что Он смог соединить нас всех вместе. And
We sing in Russian, Ukrainian, and English. И мы говорим сейчас здесь и на русском, и на английском, и на украинском. So if you are here for the first time, если ты здесь в первый раз, I would like to tell you that this is the best place you can be. Я хочу сказать тебе, что это лучшее место, которое ты можешь находиться. You have to do your best to come here every day. И я ободряю тебя приходить сюда все время. I will share with you. Я поделюсь с вами. Let's read. Давайте прочитаем. Genesis. Бытие. Chapter 42. Verse 41. 42 глава. 42. Бытие 42. And he said one to another, we are very guilty concerning our brother, in that we saw the distress of his soul when he besought us, and we will not hear. Therefore is this distress come upon us. И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. This is talking about Joseph. Это говорится сейчас о Иосифе. And we are going to talk about Joseph. И мы будем говорить сегодня о Иосифе. But before that, let's have a short prayer. Но перед тем давайте коротко помолимся. Father, we thank you for the wonderful things that you've done in this place. Отец, мы благодарим тебя за то, что ты делаешь в этом месте сегодня. And I thank you for every student who is here. Я благодарю тебя за каждого студента, который сейчас здесь находится. And for every other person who is also here. И за каждого человека, который еще также находится здесь. I know that you have plans for all of us. Я знаю, что у тебя есть план для каждого из нас. And we want your will to be done in our life. И мы хотим, чтобы твоя воля исполнилась в нашей жизни. So we pray that you bless us. И мы молимся, чтобы ты благословил нас. Speak unto us, Lord. Говорил нам, Господи. И направлял нас. Heal us. Исцелял. Strengthen us. Усиливал вас. In Jesus' name. Во имя Иисуса молимся. Amen. Аминь. I think you've all heard about Joseph before. Я думаю, что вы все слышали о Иосифе раньше. And you know that he was sold into slavery by his brothers. Вы знаете, что он был продан в рабство его братьями. And the Bible tells us that. И Библия говорит нам. He was a very good boy. Что он был очень хорошим мальчиком. Among his brothers, he was very faithful to the Lord. Среди своих братьев он был тем, кто был очень верным Богу. And because of that, his brothers were not very good. They did not like him. И поэтому братья его, которые были не очень хорошие, они не любили его. So they decided to kill him. И они решили убить его. But спасибо большое. But God was merciful. Но Бог был милостив. And because he had plans for Joseph. И потому что у него были планы для Иосифа. He did not allow him to be killed. Он не позволил ему быть убитым. If God has plans for your life. Если у Бога есть план для твоей жизни. Nobody can kill you. Никто не может убить тебя до того. Amen. So, one of his brothers interceded for him. И один из его братьев ходатайствовал о нем. And they decided that, okay, we are not going to kill him, we are going to send him. И они решили, что мы не будем его убивать, мы продадим его. So they sold him into Egypt as a slave. И они продали его в Египет как раба. And when they were selling him, и в то время, как они продавали его, we read that, мы читаем, he was, you know, can you imagine if you are about 17 years old. Можете представить себе, вот вам как будто 17 лет. You have never lived outside your father's home. Ты никогда не жил вот вне твоего отцовского дома. There was a sister who testified that his father, her father was kidnapped. Сестра вот, которая свидетельствовала о том, что ее папа был выкран. And it's a very frightening thing. Это очень, значит, такая очень страшная вещь. But if I was an adult, it's one thing. But if you are a young boy or a young girl, если ты взрослый человек, это одна вещь. Но если ты молодой человек, and some people have kidnapped you and they want to sell you. И кто-то выкрал тебя и хочет продать? And those who want to sell you, they are your own brothers. И те, кто хочет тебя продать, это твои родные братья. Your own brothers. Твои родные братья. And now they are all older than you. И они все старше тебя. They
capture you. Они взяли в плен тебя. They tie your hands. Они завязали руки тебе. Your legs. Ноги. And they say we are going to sell you. И они сказали, мы продадим тебя. And you look into their eyes. И ты посмотрел им в глаза. And they are laughing at you. И они смеялись. They say this is your end. И они сказали, вот твой конец пришел. And you try and beg them. И ты пробовал. And you beg them, you ask them that they should not sell you. Ты просил их, умолял их о том, что они не должны тебя продавать. And they are not going to listen to you. И они не слушали тебя. They are just laughing at you. Они просто смеялись. So, Joseph was in a situation whereby we can only read about it if you have not been kidnapped before. We can only read about it and imagine. И Иосиф был в этой ситуации, но если ты не был, как ты можешь это представить? You can imagine his fear. Ты можешь представить его страх. You can imagine the anguish that he was in. Ты можешь представить то состояние, в котором он находился. And we read that their breakfast later when they remembered this episode. И мы читаем сейчас в этом стихе, что Боже, когда братья вспоминали об этом, they say that we saw the distress of his soul. Они сказали, мы видели страдания души его. We saw the distress of his soul. Мы видели страдания души его. His soul was suffering. Его душа страдала. He was crying. Она плакала. He was begging. Она умоляла. And nobody would listen to him. И никто не послушал. He cried, Papa Jacob. Может, он кричал, Папа Яков. Help me. Помоги мне. But Papa was not around. Но папа не был рядом. Maybe he remembered this. Mother who was dead at that time. Может, он даже вспоминал маму, которая была мертва уже в то время. Рахиль. And he cried, Mama. И он кричал, Мама. But Mama was dead. Но мама уже умерла в то время. And his own brothers. И его все братья. And he can maybe he just remembered his younger brother Benjamin. Может быть, он вспомнил также своего младшего брата Вениамина. That he used to play with. С которым он играл часто. And now he knows that he's not going to see his brother anymore. И он сейчас уже понимает, что он никогда его больше не увидит. Because his other brothers, потому что его старшие братья, they were selling him, они продают его, to strangers, просто каким-то странникам, and so his soul was in distress, и его душа страдала очень, and they say that we saw the distress of his soul when he besought us, и они говорят, мы видели страдания души его, когда он умолял нас, he asked them, please don't sell, он просил их не продавать меня, он умолял их не продавайте меня, but they say that they will not hear, но они сказали, мы не услышим. So they are the only people who gives us a picture of what really happened. И есть люди, которые говорят нам о том картинке, которая, может быть, случилась, да? Да. И только они дали нам представление о том, что именно случилось. И after when they sold him. Когда они продали его? Because nobody was around. Потому что никого не было рядом. Only his brothers saw him. А только когда они увидели его, то есть только братья увидели его. Когда продавали. Да, когда продавали. Of course, God saw what was happening. И, конечно, Бог видел также, что происходило. But among human beings, only his brothers saw what was happening. Но среди людей, среди человечества всего только братья были свидетелями того, как они продают его. And maybe the Ishmaelites who bought him. Ну и может люди, которые покупали. But we now understand that his soul was in distress. Сейчас мы понимаем, что его душа очень страдала. And he was begging them, please don't sell me, please don't. Он умолял, не продавайте меня. I don't. Think I can even relate to you how he begged them, how he really wanted him to be set free. Я думаю, что я не смогу даже вам передать то, как это все происходило, как он умолял. You have to be in that situation. Вам нужно было находиться в этой ситуации. But there's one thing I can say that he did not want to be sold. Но одно мы знаем точно, он не хотел быть проданным. He did not want to be sold. Он не хотел быть проданным. But it's very interesting. Но есть очень интересная вещь здесь. That at that time, что в то время, he was thinking that, он думал, что this is the end of my life. Это конец моей жизни. I'm dead. Я все, я закончен, я мертв. My life has been destroyed. Моя жизнь разрушена полностью. And he had all kind of pictures that he's going to be killed. И у него много картинок в мыслях возникало, что он будет убит. He's being sold into a country that he doesn't even know where it is. Он продан в страну, которую он даже не знает. But he did not know. Но он не знал. That in actual sense. That was his blessings. Да, что вообще-то это было его благословение. That was his blessings. Это было его благословение. So if Joseph had known that this was his blessings. Если бы только Иосиф знал, что это было его благословение. If he had known that actually they are sending him into Egypt and then in Egypt eventually he become a very big man like the prime minister.
И если бы только он знал, что вот сейчас нас его продают в Египет, не в Египте, он станет одним из самых великих людей, например, как премьер-министр. And that through that he is going to be able to save a whole lot of people from death. И через это он, используя вот это его положение, он спасет многих людей от смерти. And he will save his family, his father, and all his brothers also from. И он спасет всю семью свою. If he had known that. Если бы только он знал. What do you think he would have done? Что ты думаешь, что бы он сделал? I think he would have said. Я думаю. Please send me quick. Я думаю, он бы сказал, давай побыстрее, быстрее подавай. And even if maybe his brother said, okay, we want to sell you for 20 pieces of silver. И может быть, братья сказали, If he does, we want to sell for 20 pieces of silver. Мы продадим тебя за 20 монет серебряных монет. I think he would have said. Я думаю, что он сказал. No, make a discount. Нет, давайте со скидочкой. Будет акция. Будет акция, да. 15. 15 серебряных монет. You agree with me? Вы согласны со мной? If only he had known that. Если бы только он знал. But because he didn't know. Но потому что он не знал. He was crying. Он плакал. And his soul was in distress. И его душа была страдала очень. So, what does this tell us? Что это нам говорит? О чем это нам говорит? We read in the Bible. Мы читаем Библию. Let's read Psalm 75 verses. Давайте прочитаем Псалом. Yes. Псалом 64. See, from the west, from the east, nor from the west, nor yet from the south, cometh lifting up. Псалом 74-7 стих. Ибо нет востока и нет запада, и нет пустыни и возвышения. Ибо нет востока и нет запада. Но yet from the south cometh lifting up. И нет пустыни и возвышения. Or one other translation that promotion comes not from the east, not from the west, but from not from the south, but from the Lord. И некоторые переводы говорят о том, что продвижение приходит не с востока и не с запада, но от Бога. So Joseph was being promoted. Иосиф был немножко продвижен, скажем. God was blessing him. Бог благословлял его. He was promoting him. Бог продвигал его. It wasn't his brothers who were selling him. Это не братья продавали его. Yeah, they were trying to sell him to save. Да, они через них это все происходило. God was promoting him. Но Бог его продвигал через это. But it was in disguise. Это было в образе вот этих ребят. So what the name of my sermon today is promotion in disguise. Продвижение. Маскировка. Маскировка. Да. Продвижение, маскировка, может. He was being promoted. Замаскированное продвижение, да. Замаскированное продвижение. He was being promoted. Его продвигали. But to him it was suffering. Но для него это было страдание. It was anguish. Его состояние было очень плачевным. Do you understand what I'm saying? Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? I will say. Вы со мной? And sometimes many things happen to us. Иногда очень такие вещи происходят с нами. We don't understand why they are happening to us. Которые мы не понимаем причины, почему это происходит. And we cry to God. И мы кричим и взываем Богу. We cry, why do you allow this to happen to me? Мы взываем Богу, почему Бог ты позволил этому произойти? Why don't you hear me? Почему ты не слышишь меня? Why didn't God hear Joseph when he was being sold? Почему Бог не слышал, как Иосиф взывал, когда был продан? He was such a good boy. Он же был хороший мальчик. He's a faithful boy. Он был верный. And he has cried and cried, God did not listen. Он взывал, но Бог не услышал. And sometimes we also cry. We also cry. Иногда мы тоже взываем Богу. He said, "God help me." Мы говорим, Бог помоги нам. God save me. Бог спаси. And he doesn't do anything. И он ничего не делает. Because he knows what is happening. Потому что он знает, на самом деле, что происходит. Because the Bible says that. Потому что Библия говорит. If you love the Lord. Если ты позволишь Богу. For those who love the Lord. А если ты любишь Бога, для тех, кто любит Бога. Everything works for the good of those who love the Lord. Все будет повернуто во благо. Everything. Все. So if you love the Lord, если ты любишь Бога, and even bad things are happening to you, и плохие вещи происходят с тобой, you have to thank the Lord. Ты должен благодарить Бога за это. So the most important thing is to love the Lord. Самая важная вещь — это любить Бога.
Because you might not understand what God is doing in your life. Потому что иногда ты можешь не понимать, что Бог делает в твоей жизни. It is very, very difficult to understand. Это очень трудно, чтобы понять. We today we understand Joseph. Мы сегодня мы уже понимаем Иосифа. We know the story. Мы знаем историю. So it's very easy, you know, for us to just understand what happened. И поэтому для нас очень легко уже вот понимать, что происходило. But I want you to imagine yourself to be Joseph at that time. Но я хочу тебе, чтобы ты представил себя Иосифом в то время. And you don't have the book of Genesis. Когда ты еще не знал книги Бытия. You don't know what is going to happen. Ты не знал, что произойдет позже. You are in a situation right now. Ты в ситуации сейчас. And you don't know what will happen tomorrow. И ты не знаешь, что произойдет завтра. You only know that today you are suffering. Ты знаешь только, что сегодня ты страдаешь. You only know that today you are living a very hard life. Ты знаешь, что сегодня у тебя очень тяжелая жизнь. And it's very hard for you to imagine. И очень сложно тебе представить, what will happen to me? Что случится дальше, what will happen to me? Что случится со мной. But you know, Joseph has something else. Но здесь мы видим еще что-то. God has given him dreams. Бог дал ему сны, Иосифу. And according to the dreams that God gave to him, и через сны, которые Бог дал ему, God told him that he's going to be great. Бог сказал ему, что он будет вознесен. So he had the word of God. И у него было Слово Божье. So when you're also going through problems, и поэтому, когда ты проходишь через проблемы, suffering, страдания, when people hate us, когда люди ненавидят тебя, when they mistreat us, когда они предают тебя, when they insult us, когда они просто издеваются над нами, when they hate us, когда они ненавидят нас, we don't know what is going to happen to us. Мы не знаем, что произойдет дальше. But we know our situation. Мы знаем эту ситуацию. We know our suffering. Мы знаем наше страдание. And we also have the word of God. Но также у нас есть Слово Божье. And that's all that we need. И этого достаточно. Faith in the word of God. Вера в Слово Божье. To trust in God. Доверие Богу. That if God is with you, что если Бог с тобой, nobody can be against you. Никто не может быть против тебя. If God is for you, если Бог за тебя, nobody can destroy никто you. Не может разрушить тебя. If God has plans for you, если Бога есть планы, nobody can stop никто you. Не может остановить тебя. You just continue to trust him. Все, что тебе нужно, просто доверять ему. And then you cry and he doesn't hear you. Может быть, ты взываешь, Бог just continue to trust him. Просто доверяй ему. And you know that he will fulfill his plans for your life. И знаешь, что он исполнит свои планы. If you understand, say amen. Если ты понимаешь, что это. Hallelujah. Most of you here, большинство из вас сегодня, you are still very young, вы молоды, and then there are several things maybe that's happening in your life right now. И может что-то происходит в твоей жизни сейчас. And you would like to know what will happen next. И ты хочешь знать, что случится позже. But it's very difficult for you to know what. Но это очень сложно для тебя представить дальше. My advice to you, мой совет тебе, is that you just love the Lord. Чтобы ты просто любил Бога. Continue to love the Lord. Чтобы ты продолжал любить Бога. To commit your life wholly to Him. И продолжал вот жить свято для Него. Just trust the Lord. Просто доверяй Богу. When Joseph was sold into Egypt. И когда Иосиф был продан в Египет. Why was he sold into Egypt? Почему он был продан в Египет? Why did his own brothers sell him? Почему его родные братья продали его? His brothers sold him because when they do bad things, Joseph. He could not agree with them, so he came and tell their father about the bad things that Joseph is doing. Okay. Почему не продали его? Потому что Иосиф часто видел плохие вещи, которые делали братья, и он приходил и рассказывал об этом отцу. They also sold him because he had dreams, and he would talk about his dreams. Они также ненавидели его, потому что у него были сны, и он рассказывал о них. It's also, I mean, that was the two main reasons why they sold him. Это были две главные причины, почему он был продан. They say, let's sell him and see what will happen to his dreams. Они сказали, давайте продадим его и посмотрим, что случится с его снами. So, he didn't have to do anything bad for him to be sold. Ему не нужно было делать чего-то плохого, чтобы быть проданным. You have to listen to me very carefully. Тебе нужно очень внимательно сейчас слушать. He didn't have to do anything special for him to be sold. Он не делал что-то особенное, чтобы он быть проданным. He just spoke against evil. Он просто говорил против зла. Which is normal for a Christian. Что нормально для христианина. He just said that, no, I cannot take part in some of these things. Он сказал, я не буду принимать участие в чем-то таком. Я не могу быть частью этого. I can't keep quiet about this too. Я не могу молчать об этом. I have to let my our father know about this. Я должен сказать отцу об этом. I will tell Papa Jacob about it. Я скажу Иакову об этом. And that was normal thing. Это была нормальная вещь. Maybe his brother said that if he wants to be a good guy. Может быть, он думал, что я может брать его. Его братья. Что если он хороший парень. He has to keep quiet. Окей, если он хороший парень, то ему нужно молчать.
He has to keep the secret. Ему нужно хранить секреты. And not say anybody thing. И никому больше не говорить. He has to be like them. Он должен быть как они. In that case, he will be a good friend. В этом случае он будет хорошим другом. He will be a good brother. Он будет хорошим братом. He will like him. Они будут любить его. And they will never sell him. И они никогда бы его не продали. But he wanted to be a normal Christian. Но он хотел быть нормальным христианином. A normal man of God. Хорошим человеком Божьим. A normal believer. Хорошим верующим. So he said, according to what I know from the Bible. И поэтому он говорит, согласно тому, что я. We have to respect our father and our mother. И согласно тому, что мы читаем Библию, мы должны почитать отца и мать. And we cannot deceive our father. И мы не можем обесчестить отца. Обманывать отца. I cannot support you. Я не могу поддержать тебя. I have to go and tell my father. Мне нужно пойти и сказать папе. So what did he tell his father? И что он говорил сам? You see, when I used to read this story. Когда вы изучаете эту историю, или когда я изучал эту историю, я думал, размышлял. I used to think that maybe Joseph should have been wise and not to tell everything to his father. Я думал, ну вообще-то Иосиф мог бы выйти помудрее, он бы мог бы не рассказывать всех вещей. No, that was not right. Но это неправильно. He did the right thing. Он сделал верно. Yes, they sold him. Они продали его, да. But we now say thank God that he was sold. Но сейчас мы говорим слава Богу, что он продал. And today too. If you want God's will to be done in your life. Если ты хочешь, чтобы Божье слово было исполнено в твоей жизни. Who wants God's will to be done in your life? Кто хочет, чтобы Божье слово было исполнено? If you want God's will to be done in your life. Если ты хочешь, чтобы Божье слово было исполнено. Do the right thing. Делай верные вещи. Правильные решения. Do the right thing. Принимай правильные решения. Делай правильные вещи. Especially those of you who are still young. Особенно те, которые молоды. You are studying in university. Ты учишься в университете. Or even you are working somewhere. Или может ты где-то работаешь. And the people around you. И люди вокруг тебя. They are all. Most of the people are not Christians. Большинство неверующие. They are. You are like Joseph among your bad brothers. Ты как Иосиф среди своих плохих братьев. And if you want to be a good guy. Если ты хочешь быть хорошим парнем. If you want to be a good person. Если ты хочешь быть хорошим человеком. In the eyes of this world. В глазах этого мира. Then you have to copy the world. То тебе просто нужно с ними вот гулять. You have to do things that people would like. Ты должен делать то, что понравится этим людям. And they would like you. И они полюбят тебя. You'll be a very good guy. Ты будешь хорошим парнем. And they will never sell you. И они никогда тебе не продадут. And you will never see the will of God in your life. И ты никогда не увидишь воли Божьей в твоей жизни исполненной. You understand what I'm saying? Понимаешь, о чем я говорю? If you want to be a good Christian. Но если ты хочешь быть хорошим христианином. If you want to be a good Christian. Если ты хочешь быть хорошим христианином. You have to go against this world. Тебе нужно идти против этого мира. You shouldn't do anything special. Тебе не надо делать что-то особенное. You shouldn't think of anything evil. Тебе не надо думать что-то особенное. Just go according to what you believe in. Просто иди согласно тому, что ты веришь и что ты знаешь. And this world is going to hate you. И этот мир будет ненавидеть тебя. Your classmates will hate you. Твои одногруппники будут ненавидеть тебя. Your classmates will hate you. Твои однокурсники будут ненавидеть тебя. Your own brothers and sisters can hate you. Твои родные братья и сестры, даже твоя семья может ненавидеть тебя. Many bad things to you. И они будут делать много плохих вещей. They are going to call you names. Они будут обзывать тебя. They will gossip about you. Они будут сплетничать о тебе. They will laugh at you. Они будут смеяться с тебя. They will not like to walk with you. И они не будут хотеть гулять. You have very very little few friends. У тебя будет очень мало друзей. But this is very good for you. Но это хорошо для тебя. Even when your soul is crying. Даже может быть твоя душа страдает. I am lonely. Что ты один. Nobody wants to be your friend. Что никто не хочет с тобой дружить. Everybody is talking bad about you. Что все говорят плохо о тебе. Everybody see that you are not like everybody. И видно, что ты не такой, как все. Even when you are crying. И даже может если ты взываешь. This is your promotion. Это твое продвижение. God will bless you. Бог благословляет тебя. God will bless you. Бог благословляет тебя. Who understand what I'm saying? Кто понимает, о чем я говорю? Because there is a lot of pressure today. Из-за того, что очень большое давление сегодня. And many Christians, you always want to be like the people around them. И большинство христиан хочет, или много христиан хочет быть такими, как те, кто окружают. The world is saying, be like everybody. Мир говорит, будь как все. Are you special? Everybody is doing it. Все делают это. Why don't you also do it? Почему бы тебе тоже? Are you special? Ты что особенный? When I came to the, I came to Ukraine, the USSR. Когда я приехал в Украину, тогда был еще Советский Союз. 1988. В 1988 году. And then I met a lot of students here. Я встретил много студентов здесь. I knew that they were Christians at home. They were Christians. И я узнал, что они были христианами дома. But when I met them here, но когда я встретил их здесь, in Vinnytsia, Vinnytsia, точнее, they were drinking vodka. Они пили водку. Vodka. Я говорю, почему вы пьете водку? You are Christians. Ты же христианин. Oh, they say you don't understand. Они сказали, ты не понимаешь. It's too cold here. Здесь очень холодно. If you don't drink vodka, если ты не пьешь водку, you
die with the cold. Ты умрёшь от холода. He said, in order to survive, сказали, хочешь выжить, you have to drink vodka. Тебе нужно пить водку. You can't survive without vodka. Ты не можешь выжить без водки. I said, what about God? You как насчет Бога? Ты же веришь в Бога. He said, oh, you are a small boy. Они сказали, ты маленький мальчик. Here nobody believes in God. Никто не верит в Бога здесь. You will start going to lectures and you will prove to you that there is no God. Ты начнешь ходить на лекции, и тебе докажут, что Бога нет. You know, I was just about, I get it about 21 years old. И мне тогда вот только исполнялось 21 год. I was very afraid. И я был очень, ну, I didn't want to drink vodka. Вы хотите пить водку? Вы хотите, чтобы я пил водку? I didn't want to drink vodka. Я не хотел пить водку. And I was afraid of the cold also. И я также боялся холода. So they told me that it becomes so cold in winter. И они сказали, что зимой будет наступить такие холода. I came to Ukraine in August. Я приехал в Украину в августе. At the end of August. В конце, вот лето, в конце августа. And then because I had malaria. И потому что я имел малярию. Малярию. Я был. I was taken to the hospital. Меня отвезли в больницу. When I came out. Когда я вышел оттуда. It was already September. Это уже был сентябрь. And it was cold. И было уже прохладно. So I was asking them, is that the winter? Я спросил, вот это зима? They said, no, this is not the winter. Они сказали, это еще не зима. So I said, how does the winter looks like? Я сказал, ну а как тогда зима выглядит? They say winter. Они сказали, зима. It is when. Это когда. You have сопли. Когда сопли. And it will become like ice. И это станет замороженное сопли. You say winter. И сказали зима. It is when you will see. Это когда ты увидишь. That the dogs and the cats. Что собаки, кошки. They are. Ears and their tails will be falling off. Уши и хвосты собаки котов будут падать. They were frightening me. И они пугали меня. Since you have to drink vodka. Ты должен пить водку. You will survive without vodka. И ты выживешь тогда. Может быть, ты тогда выживешь. But I'm a Christian. I can't drink vodka. Я христианин, я не могу пить водку. So I was praying God. И я молился Богу. Save me from vodka. Спаси меня от водки. Because it was September. Потому что это был сентябрь. October. Вот уже октябрь. Very cold. Уже холоднее. And they say it is not winter. Они говорят, это еще и не зима. So winter is coming. Зима приходит. And I saw that some of them, they were having girlfriends. Я видел, что некоторые из них уже с подружками. Ukrainian, Russian girlfriends. Русскими, украинцами. I said, why? You are Christian. Я говорю, ну подождите, но вы же христиане. Why are you having girlfriends? Почему у вас вот девушки? They said, you want to know the language? Они хотят. Они сказали, ты хочешь узнать язык? You know what I'm talking about. And I was getting двойки по русски. На подготовительном факультете по русски. Said, you want to know the language? Если хочешь знать язык, you think your teacher can help you? Ты думаешь, что учитель поможет? You have to have a подружка. У тебя должна быть подружка. I said, I'm a Christian. Я христианин. I can't have a подружка. У меня не может быть девушки-подружки. They say, you will not know the language. Если знаешь, ты не узнаешь его. If you want to know the language, если хочешь знать язык, you have to have a подружка. Тебе нужно иметь подружку. So I said, God, where have you brought me? Я сказал, Бог, куда ты меня привел? I regretted for coming to this country. Я жалею о том, что приехал сюда. Is anybody here was regretted for coming to Ukraine? Кто здесь жалел о том, что он пришел в Украину? Приехал в Украину, кто приехал? Кто из вас жалел, что приехал в Украину? I regretted for coming to this country. Я лично я жалел, что я приехал сюда. I said, God, why have you brought me here? Сказал Бог, куда ты меня привел? Почему? To drink vodka? Они пьют водку. And to have подружки. И чтобы пить водку и иметь подружку? So winter came. Итак, зима пришла. And they gave us fur coats, шуба. И они дали нам вот эти шубы и пуховики. And sharp. И шапки для этого. And then we wore them. И мы одели это. And when we went out. Когда мы вышли. Say обезьяна, обезьяна. Они говорили, обезьяна. Say monkey, monkey, monkey. And I was very sad. И я был очень печален по этому поводу. I said, where have you brought me, God? Сказал, Бог, куда ты меня привел? I regretted so much. Я настолько жалею о том, что. I told myself, you made a very big mistake. Я сказал себе, ты сделал очень большую ошибку в своей жизни. You made a very foolish mistake for coming here. Это просто огромная ошибка сюда приехать. You should never have come to this place. Тебе никогда не нужно было сюда приезжать. See, I couldn't just buy a ticket and go back.
Но я не мог просто купить билет и уехать обратно. Because I came on a government scholarship. Потому что я приехал по стипендии учиться. And I didn't have money to buy ticket. И у меня не было денег. And my mother also didn't have the money. И мои родители тоже не было денег. I didn't have a father. А, у меня нет отца, не было отца, и у мамы не было денег, чтобы купить билет. So I prayed to the Lord. И я начал молиться Богу. And when I was praying, когда я молился, the Lord revealed to me, Бог открыл мне. Have patience. Имейте терпение. Just have patience. Просто имейте терпение. And today I thank God. И сегодня я благодарю Бога. He brought me to Ukraine. Он привел меня. Thank God. After more than 25 years. I now understand. Сейчас я понимаю. That it was promotion in disguise. Что это было продвижение, замаскированное продвижение. See, God did not bring you here in vain. Знаете, Бог не привел тебя сюда просто так. If you were born here, you were not born here in vain. Если ты рожден здесь, на этой земле, ты рожден здесь не просто так. You will see a lot of difficulties in life. Everywhere there are difficulties in life. Ты увидишь много трудностей в твоей жизни, у всех это происходит. But if all that you see are the difficulties that you see. Но если все, что ты видишь, это только трудности. If all that you see are the obstacles that you meet. Если все, что ты видишь, это препятствия, которые происходят на твоем пути. You will never understand the will of God. Ты никогда не поймешь воли Божьей. Can you imagine that if Joseph could have run away? Можешь ли ты представить, что было бы, если бы Иосиф убежал? Maybe he did karate. Может он, карате, да, использовал какие-то приемы карате. And he could beat all his brothers. И он смог разнести всех братьев. And run away. И убежать. He would have run away from his destiny. Он убежал бы от своей судьбы. He would run away from the call of God. Он убежал бы от призвания Божьего. You see the call of God in your life. Смотри, призвание Божье в твоей жизни. It does not look attractive at the beginning. Оно не выглядит привлекательно вначале. It needs a lot of faith. Оно необходимо очень много веры. A desire to be obedient to the Lord. И желание быть послушным Богу. To say that, Lord, I want to serve you. Чтобы сказать, Бог, я буду служить тебе. No matter how much I will have to suffer. Независимо от того, сколько мне придется пострадать. But I am not going to compromise. Но я не сдамся. I'm not going to compromise. Я не сдамся. I am going to obey you. Я буду послушать тебе. I am going to do your will. Я сделаю то, что ты предназначил мне. Especially today. Особенно сегодня. The whole world is going the opposite way of the word of God. Весь мир идет совершенно противоположному пути от Слова Божьего. And every generation и каждое поколение is facing difficult challenges. Встречает очень серьезные вызовы. Especially your generation. Особенно твое поколение. Today, сегодня, the whole world is trying to prove that весь мир хочет доказать black is white, что черное это белое, and white is black. И белое это черное. The whole world is trying to prove that весь мир хочет доказать. If a boy is a girl, если это мальчик, значит это девочка. And a girl is a boy. А девочка это мальчик. The world is getting crazy. Мир просто сходит с ума. And they call the craziness normality. И они называют это безумие нормальными вещами. I was filling for one embassy. Я как-то заполнял заявление в одном из посольств. And then they say I have to indicate my sex. И мне сказали, что я должен отметить мой пол. And then he wrote male, female. И написано мужчина, женщина. And the third one was I don't know. И третий я не знаю. But thank God I knew. Слава Богу, я знал. How can a person not know whether he's a male or a female? Как человек может не знать, кто он, мужчина или женщина? According to what I studied in the medical school. Согласно тому, что я изучил медицинское. If I ask a person, are you a male? Если спросишь, что ты мужчина? Or female? Или женщина? I say I don't know. Он скажет, я не знаю. You see, the person is sick. Человек болен. But today they say that he's a normal person. Но сегодня мы говорим, это нормальный человек. Is that what is happening today? Вот, это ведь то, что происходит сегодня. He's a normal person. Они говорят, это нормальный человек. And we have to accept him. И нам нужно принимать его. We have to agree with him. Мы должны согласиться с ним. I listened to one American preacher recently. Я слышал недавно вот слово одного американского пастора. His name is Michael Brown. Его имя Майкл Браун. And he was saying that in one of the states in America. Я говорю, что одно. In one of the states, штатов. В одном из штатов Америки. If a boy, если мальчик, says that he believes that he's a girl. Говорит, что он верит, что он девочка. Или он верит, что он девочка. Then when they are playing games, то когда они играют в игры, when they are having physical exercises, когда у них есть физические упражнения,
He is going to play on the side of girls. Он будет играть за девочек. Because he believes that he's a girl. Потому что он уверен в том, что он девочка. But he's a he. Но он, это он. But he believes he's a she. Но он верит, что это она. So he will be where the girls are. И он будет там, где девочки находятся. And then that's not all. И это не все. But after they have finished their exercises. После того, как они закончат свои физические упражнения. And the girls are going to the place where they change. И девочки идут в раздевалку. He is also going to where the girls are going. Он также идет в их раздевалку. And he should be allowed to go there. И ему должно быть позволено туда зайти. This is craziness. Это безумие. And he has to be allowed to go there. Nobody can go against him. И никто не может ему противостоять. That is what the law says. Это то, что Бог говорит. А, это то, что закон говорит. And you know, in the midst of all this. И посреди всего этого. Because I don't know whether there are people here who is a he and thinks it's a she or not. I don't think so. Я не думаю, что здесь есть люди, которые. But in the midst of all this. Но посреди всего этого. There are other things. Есть другие вещи. Which the word of God has said that this is not right. Которое слово Божье говорит, это неправильно. But in the midst of what is happening. Но посреди всего того, что происходит. That seems like nothing. Это смотрится как ничего. So, не имеет значения. If at least you know that you are, if you are a man and you know that you are a man. Если по меньшей мере ты знаешь, что ты мужчина, ты как мужчина знаешь, что ты мужчина. Then you are like an angel. То ты как ангел. You understand what I'm saying? Уже сейчас ты уже как ангел. If they say that in a country, если в стране, where everybody is blind, где все черные, the one-eyed man, один, yes, все слепые. Да, все слепые. В стране, где все слепые. Окей, если в стране, где все слепые, есть один, кто видит, то одноглазый человек. А, одноглазый человек. He is a king. Он царь. You understand what I'm saying? Понимаете, что я говорю? In a country where everybody is blind. В стране, где все слепые. If one person there who has only one eye. Если у человека есть хотя бы один глаз. He is a king. Он уже царь. But if the one-eyed man. Но если одноглазый человек. If he is in a place where everybody has two eyes. Живет в месте, где у всех есть по два глаза. It's very difficult for him to be the king. Это будет сложно для него стать царем. So as a Christian. Поэтому мы как христиане. Even if I'm just a half Christian. Если мы просто живем так, наполовину христианской жизни. Just a warm, lukewarm Christian. Теплые христиане. You can look like a saint in this world. Ты можешь смотреться как святой в этом. But you have to compare yourself. Но тебе нужно сравнивать себя. Not with the standards of this world. Не со стандартами этого мира. But with the standards of God's word. Со стандартами Библии, Слова Божьего. If you want God's word to be better. Because God needs you. Потому что Бог нуждается в тебе. He would like to use you. И Он хочет использовать тебя. Maybe here. Может быть здесь. Maybe in India. Может в Индии. Maybe in Africa. Может в Африке. Maybe in America. Может в Америке. Maybe in Japan. Может в Японии. Maybe in China. Может в Китае. But God will have to use you. Но Бог хочет использовать тебя. We should be like stars in this world. Мы должны быть как звезды в этом мире. The world is getting darker. Этот мир становится все темнее. The same way that God used Joseph in Egypt. The same way that God used Joseph in Egypt. Так же самое, как Бог использовал Иосифа в Египте. At a time that people were about to die. В то время, когда люди умирали. Died in their thousands. Умирали тысячи. And God had prepared Joseph earlier before He prepared him. Бог заранее уже подготовил Иосифа. And He raised him up as a star. Поднял его как стар. God is going to use you. Бог поднимет тебя. God is going to use you. God is going to use you. Time is coming. И время приходит. And this world will need you. Когда этот мир будет Already they need you. Уже они нуждаются в тебе. In the общежитии, where you are. В общежитии, может, там, где ты находишься. In the hostel. В общежитии. In wherever that you are. Где бы ты. Already they need you. Уже они нуждаются в тебе. Already you should be a light. You should be a light. Ты уже должен быть светом. That shines. Который светит в темноте. Just by living a normal Christian life. Просто живя обычной нормальной жизнью христианина. Just by living a normal Christian life. Просто живя обычной нормальной жизнью христианина. And God will use you. И Бог начнет использовать. And He will bless you. И Он благословит тебя. And He will make you great. И Он сделает тебя great in His kingdom. Великого, in Jesus' name, I pray. Hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Let's start up and pray. Давайте встанем, помолимся. Hallelujah.
Father, we thank you. Just благодарим тебя. Oh, hallelujah. Can we have the praise and worship team? Можем попросить группу прославления спеть поклонение. I want you to listen to me. Я хочу, чтобы ты сейчас услышал меня. All of you who are here. Каждый из вас, кто здесь находится. I see a picture. Я вижу картину. Of people who are going to be used. Людей, которые будут использованы. All over the world. По всему миру. All over the world. По всему миру. Here. Здесь. And in other countries. И в других странах. Some of you here today. Кто-то из вас сегодня. You heard God speak to you. Вы слышали, как Бог говорит тебе. And you are saying your heart. И ты говоришь в своем сердце. Lord, I want to be like Joseph. Бог, я хочу быть как Иосиф. I'm going through some very hard. Я сейчас прохожу через сложные времена. I don't understand what is happening. Я не знаю, почему это происходит. My soul is crying. Моя душа плачет. But I want to remain faithful to you. Но я хочу оставаться. I want to remain faithful to you. Я хочу оставаться верным тебе, Господи. If this is your cry. Если это твой крик. I want you to come forward. Я прошу тебя выйти сейчас перед сценой. Run, run forward and we'll pray. Беги, беги сейчас, беги сюда. И мы будем молиться. Just run forward. Say, God, I want you to use. Беги, скажи, я хочу, чтобы Господь. Если бы use yourself, Lord, use me. Если ты как Иосиф, давай, беги.
Everybody who is standing here. Каждый, кто стоит здесь сейчас. I just want you to put your hand on your head. Я хочу, чтобы ты положил руки на свою голову. See, in the Old Testament, it says when the people bring sacrifice to the Lord. Если ты читал в Ветхом Завете, когда люди приносили жертвоприношение, the Lord told them that they should put their hand on their sacrifice. Они положили руки на жертву. Now give yourself to the Lord. Ты отдаешь себя Богу. And this is that is be a symbol. И это как символ. The God, что Бог. I'm giving myself to я you. Я отдаю себя тебе. I'm giving myself to я you. Я отдаю себя тебе. And I want you to help me. Я хочу, чтобы ты помог мне. I want you to help me. Я хочу, чтобы ты помог мне. And to use me. И использовал меня. And if you put your hand on your head right now. I want you to open your mouth right now. And cry out to the Lord. Say, God, use me. Use me where you want to use me. Use me how you want to use me. Use me for my generation. Use me for my generation. Use me for my people. Use me, Lord. Use me for my country. Use me, Lord, for those that you want me to be used for. Jesus, deliver me from compromise, from evil. Deliver me from temptation. Deliver me, Lord, from the lust of the flesh. Спаси меня. От поверхности. Дай мне успех. От поверхности. От бедности. Похоти освободи меня. Освободи меня от похоти. Deliver me, Lord, from sin. Освободи меня от грехов. Lord, deliver me. Бог, во имя Иисуса. And use me. Christ, use my hand. Ты можешь свое сердце. My body. Мое тело. Lord, use me. Бог, используй меня. Use me for используй yourself. Меня для себя. Pray to the Lord. Pray to the Lord. Pray in the Spirit. Pray to the Lord. Ask Him to use you. Проси Его, чтобы Он использовал тебя. Just ask Him to use you. Pray to Him. Молись Ему. Jesus, use me. Иисус. Jesus, use me. Иисус, используй меня. Use me.